Здравствуйте, коллеги. Зовут меня Гаврилин Олег. Я инструктор по плаванию и по фридайвингу. Находимся мы на берегу Красного моря, если конкретно на берегу залива Акаба, где проводим пловцовский кемп, в процессе которого прекрасно совершенно мы тренируемся, плаваем в какие-то соревновательные дистанции и тестируем множество прекрасных новинок для пловцов самого разного уровня. А держу я в руках достаточно интересную модель очков от компании Aquasphere. Модель называется Mako. Mako, если кто не знает, напомню, это такая акула, пелагическая от слова пелагус, странствующий, которая постоянно живет в толще воды и постоянно движется в толще воды. И, соответственно, эта акула является одним из самых таких главных абсолютно хищников океана. И, пожалуй, является самой скоростной акулой из всех вообще имеющихся акул. Что, наверное, должно натолкнуть нас на мысль о том, что эти очки соревновательные. И, в общем, опять-таки, дизайн такой у них вот слим обтекаемый. Тем не менее, на коробочке написано, вот видите, такая красивая коробочка, чехольчик к ней идет сразу в комплект, написано, что это очки класса recreational. То есть это очки для плавания, для себя, для удовольствия. Что можно сказать по поводу этих очков? Ну, использование их действительно это чистой воды удовольствие. И с моей точки зрения, конечно, все-таки они предназначены больше для плавания, наверное, все-таки в открытой воде. Потому что прыгать с тумбочки я бы в этих очках не стал. Но чем они хороши, с моей точки зрения? Во-первых, плоские линзы. Плоские линзы дают нам прекрасную обзорность и совершенно нет никаких оптических искажений по бокам, которые, как правило, в общем-то, характерны для очков с изогнутой геометрией линз. И я получил какие-то просто колоссальные впечатления, когда в этих очках плавал вот в Красном море. Плывешь, под тобой риф, рыбки какие-то, какая-то жизнь и так далее. Ты плывешь и как будто интересную книжку читаешь. Перед тобой разворачивается просто какая-то история жизни одного конкретного рифа. Я не знаю, если кто смотрел мультфильм «В поисках Немо», вот, наверное, вот какие-то такие ты начинаешь испытывать ощущения. Только трехмерные, полные, потому что вода на тебя воздействует, зрение, солнце, блики. Блин, это просто очень круто. Обтюратор очков изготовлен из мягкого материала софтерил, который не оставляет там ни обжатия на лице и очень комфортен в носке даже при самом долгом использовании. Линзы изготовлены из материала под названием Plexisol. Это пластик, который по своим оптическим характеристикам наиболее близок к стеклу. Силиконовый ремешок сдвоенный, который очень нам удобно сядет на шапочку, не будет соскальзывать даже при самом долгом использовании. Или если когда, ну не знаю, тут опять-таки море. Случиться может всякое, поэтому иногда ты плывешь по волне, если ветер дунет сзади, волна может очень неприятно налетать на затылок и, в принципе, сбивать очки, у которых не такой хороший ремешок, как вот у этих очков Mako. Быстрые регулируемые пряжечки, шикарные совершенно, вот такая прямо особенность очков Aquasphere. Изготовлены в Италии, все очень качественно, очень гипоаллергенно, и замечу, что эта модель позиционируется как модель эконом-класса. Хотя таковой не является. По материалам, по дизайну, это очень хорошие, очень крутые, очень классные очки, которые при этом стоят недорого. Поэтому настоятельно рекомендую тем людям, которые выбирают для себя первые очки, которые одинаково хорошо подошли бы для них и для плавания в открытой воде, и для плавания в бассейне, присмотреться к вот этой модели, Aquasphere Mako. С тем лишь нюансом, что все-таки использование очков на открытой воде в странах, подобных Египту, где солнце может быть достаточно агрессивным и, отражаясь от поверхности воды, может давать поляризованный свет, который становится еще более агрессивным, я бы все-таки рекомендовал использовать очки, примерно такие, как я держу в руках, с затемненными стеклами. Они все-таки дадут намного больше безопасности и комфорта нашим с вами глазам, сетчатке конкретно. Вот Aquasphere Mako, сделаны в Италии. Крутые очень очки, рекомендую.